Людмила Николаевна из Абакана сильно болеет и плохо ходит, но инвалидности у нее нет. Сейчас к ней на 1 час 2 раза в неделю приходит социальный работник, но этого не хватает. Женщина спрашивает, можно ли как-то привлечь в помощь волонтеров. В Абакане есть волонтерская организация «Волонтеры Победы». Такие есть практически в каждом регионе России. Там нам сообщили, что женщине помочь они готовы. Для этого ей необходимо лично связаться с организатором по номеру 8 983 197 26 25 или 215 230. Это номер молодежного центра на улице Дружбы Народов 2А, при котором работают «Волонтеры Победы».